Я извиняюсь заранее, если чьи-то фамилии читаем чуть-чуть не так. Вопрос от Сергея Кухаренко. Настя, была ли ты когда-нибудь в Беларуси, если да, то где? 2 года назад я ехала на машине из Праги в Москву. И, естественно, я проезжала границу с Белоруссией, поэтому провела там достаточное количество времени, часа 4. Поэтому была.